Всем привет, ребят! Мы на Федотовой косе приехали на остров Берючий, и нам уже второй год не везет попасть на него. В прошлом году мы очень спешили домой, у нас не получилось, а в этом году мы позвонили, ну там на воротах, и сказали, что из-за коронавируса его не разрешают открывать, поэтому и в этом году мы не попали туда. Подъехали сюда на пляж. Здесь, конечно, песочек белоснежный. И кто говорил, что нет медуз на косе? Тут их в миллион раз больше. Если на пляже их выкидывают и кто-то, то есть какие-то службы убирают, то здесь это просто что-то невообразимое. Мне кажется, невозможно будет даже залезть в воду. Потому что посмотри, сколько их. Они в каждом миллиметре воды. Я не знаю, ребят, вам видно, но берег это сплошные медузы. Притом, а ты что, полезешь в воду? А я не хочу. Мы пойдем на пляж туда-обратно. Обратно туда и будем там купаться. Туда-обратно. А? Центр, там, где мы живем. Вперед? Да? Смотрите, сколько медуз. Ты не будешь купаться? А что, ты не хочешь в медузах покупаться? Ну что, нету медуз? Да, запах от мертвых медуз стоит такой. А? Медузы, да, гниют, портятся. Так что, вот такие дела. Ракушек на берег намыло. Прям косу такую. Вот туда б сходить. Там классно. Пошли или туда далеко? Может, сходим туда? Может, давай туда сходим, а Юрчик пусть... Юрчик, а? Юрчик, на меду. Юрчик, мы пойдем вот туда, подъедешь на машине? Вот туда на мель хотим сходить. Много, да? Так что, раздавил несколько, да? Ну вот туда вон, где заводь такая. Там вон чайки стоят куча. Смотри, сколько чаек. Не, вы туда... Ну едьте, я пройдусь по бережку. Красота какая, ребят. Вот, сплошные медузы просто, больше ничего нету. Откуда их столько в этом году, я не знаю, почему их так много прибивает к берегу и... Что вообще происходит? Может, из-за температуры или... Кто знает, почему так, может, мне напишите в комментариях. Мне на самом деле очень, очень интересно. Ну, просто невероятное количество. О боже мой, в пятку мне впилась ракушка. Как их здесь много. У меня, конечно, шлепки не для каких походов. Я хотел босоножки обуть, но пошел почему-то в шлепанце. Чаечка полетела. Если бы медуз не было, здесь покупаться намного лучше, чем там на пляже. Вода чище и людей нету. Какая-то свобода прям. Красота.
Ну, мы любим толпу. Вот на секунду выехали в безлюдное место и хватит. И сейчас опять вернемся в толпу людей. Там весело. Вот так. А еще напишите, пожалуйста, кто знает, чем питаются медузы. Очень интересно. И каким образом они вообще живые? Чем у них, о чем они думают? Если у них нервное окончание, это совершенно непонятно. Вот это кто-то доставал или это выкинуло? Вот гниют и сохнут на бережку. А люди вот здесь отдыхают дикарями. Приехали на машине со своими палатками, разжигают костер, готовят еду. И живут в тишине и в покое. А? Кого? Боже, а там, там все, все в медузах. Сейчас я вам покажу. А? По воде? Ты думаешь, там все в медузах? Сейчас посмотрим. Ну да. У меня ногти выросли. Это что, ракушка такая, да? Длинная. Покажи, что ты нашел. Угу. Красивая, тебе нравится, да? Это куда? Угу. О, блин, сколько их там. А интересно, чайки медуз не едят? Вот, весь берег. Ужас какой-то. Не, ну едят, там бачка. Это кошмар какой-то. А? Почему это все гниль, смотри. Нет, они уже вон все, вот эти их шапки, ну вот живая плывет. И вот живая. Ну где живые, если это? А, и вот, еще и быстро плавают. Вот нет мозгов, понаплывали сюда. Боже, а вот это сплошной, это какое-то медузье кладбище. Посмотри, ты видишь? С воды достань. А то какая-то рыбка застрянет в нем. Молодец. Боже мой. Огромная вот. Огромная вот еще живая. Ну, видно, что жить осталось и совсем чуть-чуть. А вот, смотрите, вот это все устелено слизью, гнилой слизью вот этих мертвых медуз. А там целый чай. Он, бачишь, прям залыто просто. Угу. Чаечки стоят. Вот маленькая живая. Я не знаю, туда показываю, нет? Не видно. Ну, плывет. И вот шевелится. Да. Вот, смотри. Вот тут, да, он огромная прям, живая. Большая, да. Ну, с воды достал, чтобы кто-то не застрял. Потом уберет. Ну, все. Угу. А как туда залезть? Мне хочется там пройтись. Ой, надо оттуда обойти. Боже, смотри. Глянь. Так он огромный. А вон, смотри, рва, порватая кусок. Глянь, не шевелится. Так они тут все шевелятся. Я же скажу, они все живут. Боже, это какое-то медузье кладбище. По-другому. А там какая-то странная. Где? Это уже умерла, да? То уже разложилось, вон зеленое пятно. Ага. Мало места тут. Кошмар какой-то. Он бандащает. Вот это да. Все живые. Боже мой. Какие необычные, красивые существа. А я не знаю, вот что у одних так. По контуру, да, вот такой фиолетовый цвет, или внутри вон фиолетовый, а другие светлые. Что происходит все с ними? Живые. Это у этой какой-то прям загноение какое-то. Да, они все вот какие-то.
в агонии какой-то предсмертной. А вот тут их вообще пипец сколько. Их вот сюда заносят. Да, и все живые. Так то, что тут аркуни, берег вот тут закрыт. Да я понял, туда походу вот так, боже, туда и не пройдешь. Чаек вот сколько, миллион стоит. Боже. Какие большие чайки. Да вы все. И тут еще больше, Вот это да, гляньте, целое медузье кладбище. С живыми медузами. Как они живые еще? Ну вот, смотри, вот порватая медуза, внутренностей нету. А она живая. Смотри, у меня оболочка вся оранжевая. Ну я вижу, ну так а как она живая, если у нее она разорвана напополам? А может это какой-то вид? Какой вид? Разделилась напополам и получилось две медузы? Да что-то с чем-то, я не пойму. Боже, и тут их все гуще и гуще. Как перейти? Как перейти? Давай красный внутри. Где? Угу. Несколько минут красных. Какие разные размером. Дивись, я сам. Той самый великан. Угу. А там еще больше ее. Он еще больше. А че он тут огромный прям? Дивись, там еще... Кошмар. Так на одном месте, они уже не плывут. Это какие-то уже конвульсии, да? Как это? Ну смотри, вот она вроде шевелит, не знаю, вот этим панцирем своим. Покажу, ага. Кошмар. Это, а? Юрщик вон машин. А, уже выехал оттуда, наверное, сейчас сюда подъедет. Ось. Ну это, конечно, ось тоже. И тоже ж вот. Смотри, уже лежит, не шевелится, а все равно движение есть. Ну, я имею в виду, с места не сдвигается. Кошмар. Пакеты вроде бы, да? Угу, угу. И... Кошмар какой-то. Ой, кто-то вообще... Ну, чуть... Кого? Берега. Ты думаешь? Какой-то наркоман бегает туда-сюда. Так она живая. Кто? Берега. Медуз? Да. Живая с перьями. Ну это точно никто ей не втыкал. Ты хочешь туда? А в воде, ну конечно, вот. Да, я хочу еще раз воду. Такой случай. Там вообще ничего. Болото какое. Это какое-то. О, боже, чайки какие, глянь. Все светлые, а та черная какая-то. Угу, большие. Это те, кто, Вань, на тебя наваляли вчера. Помнишь, что весь в белом был? Ну все, тут нету, тут можно перейти. А чем я буду рисковать? Я вот так разбуюсь и перейду. От зеленой воды? Да. Я не знаю. А? А пошли туда, там же целое озеро. Где? Так и тут. И тут их не меньше. А что ты так решил? А где Юрчик? Где? Чайки бегали, и где они делись? Чайки? Улетели, глянь, все. Угу. Здесь, ну, когда прилив, вода поднимается. Может, какие-то рачки.
я не знаю. Непонятненько. А? Ну да, а вот сплошная жижа из медуз мертвых. Вот уже высохших. Вот смотрите, вот это все блестит, это не вода, это жижа из медуз. Вот. Ваша, а? О боже мой. А вода теплая. Да, вода пипец какая вонючая. Просто невыносимо. Фух. Фу, здесь можно вообще. О боже, какая вонь. Это вот разлагающиеся медузы куча. Фу. Пошли отсюда, Вань, тут невозможно. Пошли отсюда. Боже мой. Конечно, они уже вон гнилые все. Это кошмар. Ну все, ребят. Вот такое у нас приключение по медузьему кладбищу. Фу, вонизма невыносимая. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока.